В Тверской области продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». На ремонтируемом участке трассы Торжок-Осташков прошел день качества. Эксперты оценили выполненные работы. О результатах в нашем следующем материале. Для проверки качества уложенного покрытия на объект приехала комиссия. Специалисты отбирают пробы, которые будут испытывать в двух лабораториях – Дорожного фонда и УПРДОРа. Образцы проверяют на плотность и как асфальт переносит воздействие воды. Сотрудниками Дорожного фонда производится отбор и проверка качества выполненных работ, что подтверждается в нашей лаборатории. Образцы проверяют на соответствие смеси требованиям ГОСТа 91-28, также проверяют на уплотнение. Ремонт дороги начался 3 года назад. В этом году подрядчик ремонтирует 24 километра из запланированных на 2022 год, а также приступил к участку следующего года. В 2023 объект предполагают целиком ввести в эксплуатацию. В данный момент вообще производится несколько видов работ параллельно. Это и укладка нижнего слоя на съездах, это укладка щема верхнего слоя. Следом идет звено по укреплению обочин. Параллельно идет установка барьерного ограждения, знаков, уже частично нанесена разметка. Дорога Торжок-Осташков – главный туристический маршрут к озеру Селигер, Нило-Столобенской пустыни и к истоку Волги. Региональная автомобильная дорога соединяет между собой северо-западные районы Тверской области, а также обеспечивает их связь с федеральными трассами М-10 России и М-11 Нева. Для местных жителей была огромная проблема эта дорога – добраться даже из ближайших точек деревень. Они говорили уже о приезжающих к нам гостях. В этом году огромный наплыв людей. И когда даже туристы, у них возникает огромное желание вернуться к нам вновь. Нам это очень приятно. Дорога хорошая, качество хорошее. Подрядчики ответственные, с утра до ночи работают. Нас это радует. Напомним, что дни качества, где проверили ремонт асфальтового покрытия, уже прошли на автодорогах регионального значения. Вышний Волочок – Бежец-Санкова, Ржев-Сухуша и на Новоторжской улице в Твери.